Друзья, каждую тренировку мы делаем упражнение с переносом веса тела с одной ноги на другую. Такое маятниковое боксерское упражнение сейчас покажу вам. Очень полезно как для начинающих боксеров, так и для тех, кто уже на достаточно высоком уровне соревновательно находится. Смотрите, становимся в стойку. Важно, чтобы у нас ноги были на двух параллельных прямых, как в обычной боевой стойке. Бьем удар правой рукой. При ударе правой руки у нас вес тела переносится на левую ногу, соответственно. Можно правую ногу убрать вообще с точки опоры, с пола, проверить, что мы полностью перенесли вес тела на левую. И то же самое делаем с ударом левой руки. Пробили левую рукой, перенесли вес тела на правую, оторвали, проверили себя. Пробиваем фактически любые удары боковые, снизу, сбоку. Такое упражнение делаем после небольшой разминки при сохранении всех параметров удара. То есть мы выводим руку до конца, перекрываем плоскость подбородка плечом. Вторая рука у нас прижимается к зоне защиты и так далее. Прямые удары снизу, чередуем боковыми ударами. Можно это делать полностью, вставая на одну ногу. Тем самым мы еще тренируем мышцы стабилизатора, которые участвуют в ударном процессе. Все.